UFC Strike Force и 3, представляющий Team Beast из Сиэтла, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Дамы и господа, приветствуйте! Ему 31 год, рост 193 сантиметра, вес 121,3 килограмма. Профессиональный рекорд 27 боев, 21 победа, включая 13 побед нокаутов, 5 сдачи, 3 решением, 6 поражений. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, пятикратный чемпион России по боевому самбо, участник и победитель турниров Pride, Bottom Fight и M1. Дамы и господа, представляющий команду АГ-Тим из Москвы, Россия, встречайте, Александр Мечалета! Дождались возвращения Александра Емельяненко именно под такой вывеской. Будет проходить этот бой с Голым Сапом. Вопрос по выбору соперников все-таки это больше к организаторам, но возвращение Александра — это само по себе событие, на которое стоило бы прийти. Боб Сап, человек, который ничего не выигрывал с 2010 года, высший американский футболист, понятно, что были бои с Нагейрой, были бои с Эрнестом Хустом, было. С чем подошел сейчас? Мотивация должна быть. Если он сейчас сумеет справиться с Александром Емельяненко, ну, честь ему и хвала. Верю я в это лично или нет? Лично я не очень в это верю. Александр Емельяненко. После всех историй, предшествовавших его уходу из большого спорта, сейчас Александр версия 2.0 должен показывать бой, должен показывать результат. Вне всякого сомнения, мы ждем от Александра только победы. Сап побежал охотиться куда-то в направлении ног. И все-таки, несмотря на все расклады, 154 килограмма, это 154 килограмма. Что-то достаточно в партере попросту лечь сверху. Александр, безусловно, его превосходит в ударной технике, уступая в весе залпа, но при этом по сопущенной попасть. Я думаю, что попадет. Рано или поздно. Вопрос когда. В каком раунде отключит формат. 3 по 5. Сап довольно уверенно огрызается. Ушел в защиту. Добивание. В принципе, пассивная защита. Все, можно останавливать бой. Да? Ну, как-то все. Те, кто говорили, что поединок закончится примерно так, были, в общем-то, наверное, правы. Очень обидно. Это легкое недоумение. Для чествования победителя в ринг приглашается действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Ladies and gentlemen, please welcome to the ring the current light heavyweight UFC champion Джон Джонс. И претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Александр Густавсон. Швеция. По совести сказать, ожидалось где-то туда ближе ко второму раунду. Победа есть победа, конечно. В рекорд запишут победу. Победу над Бобом Сапом. Но этот поединок, который, конечно, мы ждали, что он будет более чем упорным, или хотя бы с какой-то стороны упорным, он таким не явился. Жаль. Сейчас награждение Федора Емельяненко. Его пригласят на награждение или нет? Итак, время остановки боя. 1:19 первого раунда. Техническим нокаутом добивание победу одержал Александр Емельяненко. Так вот, первый раунд, победа и возвращение Александра Емельяненко.
Ожидаемо, ну, пожалуй, ожидаемо. Вообще весь турнир получился, конечно, загляденье. Победа забита.